טוב, חבל. למה? חשבתי שתבוא איתי. לאן? אני לא יודע. מיקי, אנשים שרוצים ללכת לאנשהו, בדרך כלל גם יודעים לאן הם רוצים ללכת. Друзья, привет! В этом коротком ролике я хочу, чтобы вы обратили внимание на две интересные вещи. Первая вещь. Там дважды прибывает глагол «пойти», но в разных формах. Если мы говорим про классический вариант слова «идти-пойти», то это глагол «лялехет». И там действительно он говорит, люди, которые хотят куда-то пойти, они знают, как правило, куда идти. Но вначале тот ему предлагает и говорит, «я думал, что ты пойдешь со мной». И он говорит, «они хашавтише того, идти». Теперь смотрите, глагол «ляво» сам по себе – это «приходить», это «прийти» куда-либо. Но когда мы его используем с предлогом «с», например, «прийти со мной», то это уже автоматически переводится как «пойти вместе со мной» или «с кем-либо куда-либо». Поэтому часто нам говорят «идем со мной» или «пошли со мной», «бо идти», «идти», не «элай». «Элай» – это уже «подойди» или «приди ко мне». Второй момент – это местоимение «куда-либо». Или куда-то. Леан шеу. Леан шеу. Иногда его пишут слитно. Но по сути за счет вот этого второй части шегу мы получаем вот эту вот вторую часть, которая идет после дефиса в неопределенных местоимениях. То есть куда-либо, куда-то, куда-нибудь. И вот все, что будет нибудь, либо или то, это будет словом шеу. А первая часть будет тоже вопросом куда. Леан. Леан шеу. Точно так же мы строим форму «когда-нибудь» – «матай», «шегу» или «когда-либо», а также «где-нибудь» или «где-то» или «где-либо» – «эйфо шегу», «эйфо шегу». И даже слово «каким-то образом», «как-нибудь» – «эх шегу». На этом все, ребят. Если вам понравился ролик, ставьте комментарии или какие-нибудь реакции. Всего доброго!